На дне Черного моря обнаружены сразу три немецкие подлодки времен Второй мировой войны. Находку обнаружил турецкий морской инженер и дайвер Сельчук Калай. На дне моря лежат немецкие субмарины Ю-19, Ю-20 и Ю-23, которые затопили в 1944 году недалеко от берегов Турции. Из-за того, что затопленные подлодки не удавалось обнаружить продолжительное время, историки прозвали их потерянным флотом Гитлера, сообщает РИА Новости со ссылкой на турецкий телеканал Татхейба. Телеканал совместно с Сельчуком Колем и ВМС Турции несколько лет проводил поиски затопленных субмарин, опираясь на карту, на которой командир Ю-23 обозначил место выхода своего экипажа на берег. В ходе поисков обнаружилось, что упомянутая Ю-23 была затоплена у города Агва, а подлодки Ю-19 и Ю-20 нашли недалеко от Стамбула на глубине около 300 метров. Про поиски потерянного флота Гитлера в итоге был снят документальный фильм. На этом все. Канал Политгурман. Пишите ваши комментарии под этим роликом. До свидания.